Как сквозь тоннель со дна колодца, среди звенящей пустоты, я поднимаюсь ближе к солнцу и выхожу из темноты. И вспоминаю, вроде пламя бьет по глазам в последний миг. Мне снова возвращает память атаку, взрыв друзей моих. Когда в боях на Незалежной наступит скорый перелом, в России соберу, как прежде, ребят за праздничным столом. В миру мальчишки шалопаи, в бою солдаты ого-го. А пуля что? Она слепая, ей безразлично кто кого. Мы посидим за чаркой водки, поговорим о том о сём, обсудим нынешние сводки, мол, все снесем и всех спасем. Я помню их живые лица. В какой земле остались вы? Удмурт, Мордвин и два марийца, Серега родом из Тулы, а с ним всегда работал в паре малец по имени Ренат. Похоже, вроде бы татарин, но абсолютно русопят. Нес полумесяц под разгрузкой, с прищуром плутоватых глаз он первым поднял тост. За русских! Все дружно рявкнули. За нас! Я удивлен. Да вы же откуда? Серега, хлопнувший до дна, со смехом мне: молчи, зануда, ведь кровь российская одна. Народы не считай по пальцам и делать вывод не спеши. Быть русским не национальность, а состояние души. По-русски думать, жить и драться. Судьбина общая дана. Какое дело нам до наций? Земля и Родина одна. Одна надежда, одни потери. Один язык и русский мат. Мы в ЧВК. И я вам верю, что ты мой брат, и я твой брат.